Ты училась в Молдове. Я училась в лицее Петру Радиш в Кишиневе. Петру Радиш репрезент. Да, вот обычная школа. Ну, как бы у нас была, это бизнес-школа. У нас нужно было в каждый год где-то 3 или 4 уроков или классов в разный там бизнес, entrepreneur, или, я не знаю, как это слово.